28 августа. Вон риф, каменный городок. Выдвигаемся в сторону Усть-Камчатска. Время обеденное, как бы. Вряд ли мы далеко куда-нибудь сегодня уйдем. Погода мрачная, немножко стало попроще, полегче. Но все равно будем мокрые насквозь. А опасно, у нас поднялись реки. Так что, наверное, сегодня будем конкретно в броды купаться. Вот. Ну вот, в общем, переночевали в дожде. В конкретном там домике вообще ахтунг. Вот, все остались в лагере. Мы вдвоем с собакой пошли на риф. Лабунден эрие, эрие.
тут какашка в розовом. Оборачиваются, ищут, где какашка.